Здравствуй, любимый зритель, ты слышишь Алексея Халецкого, и это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Персию. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка на нее появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Грек предлагает дружбу, наверное, стоит согласиться. В общем, 58-й ход. На 78-м ходу нужно попробовать кавалерии на него пойти. То есть надо всадников строить. Я построю сейчас две тяжелых колесницы, но потом обработаю лошадей, и надо начинать всадников строить. И всадниками, то бишь кавалерией, и пытаться нападать. Потому что сейчас мы слишком ровно. То есть я уверен, что он... Так, наша любимая вкладочка, культура 77. Ребята, подумайте. Подождите, объясните мне ситуацию. У Голландии в союзниках культурный город-государство. Я так понимаю, что его кто-то может захватить. Почему этого не происходит? Ну, им влом настроить 4 коняки и убить кумаси с 24 защиты. Я не могу через Голландию проехать, просто у меня одна лошадь. А буду дать кому-то лошадь. Я могу сделать суицидальную штуку, если вам так хочется. Но вот прям этим ходом, если мне дадут 75 золота. Дети, а может и нет. А, я не смогу с вами конкурировать. Скиньтесь мне, пожалуйста, монет по 20, я просто правительство. Как что-то города больше не ставит. 5 городов. 4 хода жду. Маловато, я так думаю. У китайцев сколько? И у китайца 5. Так, я выйду в героический... Качечка, я бы тебе дал, если бы мы встретились. Дайте Качечке денег, ну. Сколько надо? Ну, по 20 монет. Грек, амер, немец, скиньте, пожалуйста. Не, по 25. По 25 раз построю так. Но это временно, наверное. Это в этом не суть. Объявление войны — это вообще не мера. Это ошибка. Мера. Блин, еще рудник надо где-то построить. Ну вот я сейчас здесь куплю рабочего, будет идти вот так по дороге. Тут рудник, тут... лошадей. На всякий случай выкуплю, а то вдруг там Invictus где-нибудь тут город поставит, и все, у меня не будет лошадей. Ну, тут грустный, конечно, 7-й город будет, но ставить города на Торонто не хочется сносить. Чисто теоретически я могу просто с тобой посоревноваться. Ну, да, можешь. Нанмадол кампус, наемники, торговый путь. Ну давай мы сделаем так. Я не понимаю, почему американец не хочет там пойти. Видите, я не могу всадников строить, что нету либо военного лагеря, либо... Так, стоп, отменим. Без науки буду сидеть. Давайте так, надо древние стены и водяную мельницу построить. Древние стены я в Экбатане построю. Водяную мельницу. Не подгажет тебе, я еще быстрее умру. Ну, например, в Спарде. В смысле? Иди подгажь вот греку. Как я ему подгажу?
У него тоже много культуры. Мунлайт, при чем тут подгадить? Это вопрос не подгаживания, а кто выиграет в партии. Если тебя сейчас не останавливать, то это просто можно будет ходов через 40 заканчивать. Грек не так сильно от меня отстает. Вот, отстает на 20 культуры. При этом у него еще есть много науки. Он во всем хорош. Ну так вынос этого города и греку ослабит и тебя, потому что вы не сможете туда союзить его. А я тебе убей, Мануэ. Я не даю же к массе. Мне там 3 послов достаточно. Чтобы вы понимали. Так, военную подготовку открыли. Может поставить уже бонус от кампусов лучше. Сколько у меня науки? 50, да? 62, нормально. Сейчас здесь еще одну колесницу. Здесь стены. С полудохлыми мечами. Может тоже военный лагерь построить? Я вот думаю. Это кое-что послал. Так, здесь водяную. Водяную мельницу. Пока побережем посла. Посмотри. Чем? Николай, тебя послал. Ой. Не, я понял. Ты можешь пояснить, зачем? Тачек я тебе кинул. Спасибо. Кстати, а давайте картографию откроем. Да, тут ученичество пока идет. Да, вопрос вот, что тут построить. Такой странный Мунлайт, такие вопросы спрашиваешь, зачем посылают. Слушайте, такие вещи? Ну, я пытаюсь понять, зачем мне это нужно. Это другой вопрос. Я так понимаю, что Стоунхендж кто-то построил, да? Иудаизм это Китай принял, ислам. Все мои соседи религию приняли. Или другая Греция, подождите. Я что-то не могу понять. Вторую религию какая Греция приняла? Я. Нет ли мне смысл священное место строить? А собственно, в чем вопрос? Ну, я думал, вы сосед этому или другая Греция. Если сосед, то может как-то распространять сможет. Лагерь лучше строить. То, что оно твоей? Ну да, между Тумаси и Слабой. Ну да, да. Я просто удачу. Это моего скаута. Героический век. Вместе с китайцами
берем все, кроме исхода евангелистов, естественно. Так. Черная карточка закончилась. Что мы возьмем? Новые строители плюс 2. Это так. Это точно. Но это, наверное, пока оставим. Наемники ускорили. Строительство открыл. А, это я потому что ускорил. Водяную мельницу построил. Сама простота. Ускорен наемники, ускорен госслужба. Мунлайт. Да. Если у тебя ко мне претензий нет, ты коня бы мог убрать? Ну, мог бы убрать. Мог бы не убрать. Я говорю, у тебя какие-то претензии как? Не знаю, ты где-то. Ведешь поселенцев к нам. Я за реку не буду переходить, это моя река. Как к тебе? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь клеток в твой город. Нужно еще одну триремку построить, чтобы... Галеру, в смысле. Чтобы апнуть... Я буду пока открывать вот. Ага, госслужба все равно нужна. Будет. Или нет, или средневековые. Еще в торговую республику вначале выйти. Маяк завершен. На самом деле, вот от торговец 4 ходах живет Invictus. За три хода на лошадях ехать ему. Мне нет лошадей. Мы тебе дадим лошадей, ты понимаешь? Ты а почему ты хочешь... Его? Я вот не хочу воевать сейчас... Убей Кумаси! Убей Кумаси, качка! Такой простой, убей Кумаси! Ты думаешь, Мунлайт не будет ее защищать? Нет, не будет, это Мунлайт. Да. У него там уже окружение стоит. Наверняка. Знаю, если у тебя 95 военной мощи, а вместе Мунлайта просто поехал и сжег тебе все города. Ну поэтому, вот видишь, я и не буду убивать Кумаси. Ну тут быстро сыграем. Пизда игров, ты че. Да это просто жалко, что ты сидишь 5 часов, играешь, когда это ясно уже на каком-то там 30-м ходу. Убрать один город государства захватить? Нет, все сидят чего-то... Вот чего вы ждете, кто может захватить Кумаси? Чего? Того, когда армии к вам придут греческие, когда вы даже еще в корпуса не выйдете? Этого? Это только американец может сделать. Я сейчас Кумаси могу забрать. Вот именно сейчас не могу. И потом не смогу. Потом с кем-нибудь вместе, может быть, можно сделать. Сейчас я никак не могу забрать Кумаси. Так, что-то я не купил строителей, надо купить. Не, ну ладно, мне опять в тундре аутировать. Может, есть люди, у которых надежды. Что-то моего скаута мучают. Парси, потому что там дополнительный заряд, да, но веры у меня нету, к сожалению. Так, 5 зарядов, а тут 6 будет зарядов. Так, когда там Амани уже устаканится? Один ход.
Один ход до картографии. Блин, тут у меня галера не откроется сейчас. Подождите. Надо отложить пока на один ход картографию. Блин, а может на Китай все-таки нападать? Но все равно кавалерии, мне кажется, надо это делать. Так, и куплю... На самом деле, вот у него и без Кумаси 81, я не знаю, что теперь делать будет. Нет, а вот, они какая-то, да, какой-нибудь интересный союз, типа, научный. Нет, нет, другие не дам, потому что ты разобьешься, и тогда будет больно. Тебе и так все хорошо. Ты можешь ему вообще не давать. 320. А заключить союз с немцами, друг друга раскачать. Чуть дорого поселенец стоит, но все равно надо покупать. Мы тогда будем дружить с китайцем, нас тут решили, что мы лидер. Нидерланды объявили дружбу с Китаем. А вот смотри, Китай, а теперь... Раз ты объявил дружбу, то я подбью мазь. Да, кстати, китайцы, раз объявлена дружба, уже тебе ничего не может сделать. Захватывайте кумаси. Китаец, если что, кумаси — это моя бегешка для прокачки кумаку. Ну ладно. Вы поняли, что у вас ни с кем по-нормальному не договориться, поэтому... Ебать, сидит человек, развивается. Чтобы его все останавливать, чтобы его останавливать даже... Мунлайт, можно я скажу? Для того, чтобы его останавливать, даже не надо на него нападать. Надо захватить город-государство. Все я сидят, как будто сюзерей, это его. Самое нормальное. Я ее не сюзерей. Какая разница? Надо, тут надо все культурные ГГшки захватывать и уничтожать. Что? 60 ходов с кумаси ты сидишь. До 60-го хода ты сидел, ну что, это плохо? Ну это хорошо, но как бы это не значит, что как бы, это значит. Это именно это и значит. Так. Вот теперь фотографию. Да, открываем. Так, только сначала будет рудник сделать. Ладно, я буду сюзереном кумаси. Говорили. Так что, уже не убивать? Убивай, конечно, он же пересюзеренит, и он впереди потих. Хотя у грека 89 культуры, почему гоните на Moonlight? Мы на грека гоним. И на грека гоним. Блин, и сколько вам писать, захватите культурные ГГшки, и у грека будет меньше культуры, и у Мунлайта. Как это непонятно до сих пор? То же самое касается Нанмадова. Мы на самом деле не на греков гоним, а на тех, кто не хотят эти города-государства захватывать. В чем проблема вообще? А, это, да, даже, это даже не с человеком воевать. Там сидит, понимаешь, один посол дает две культуры. Ты же две культуры потеряешь, ты чё? А, да. Не, ребят, тогда оставьте. Две культуры — это намного круче, чем 70 культуры у людей. Так, ну мне советуют все, но это как далеко. Ну, с другой стороны, кстати, тут лучше. Мне сейчас приятно, 33 культуры стало, я там доволен. Мунлайт тебе точно не надо?
Ну я бы тут поставил, а тут еще потом какой-нибудь восьмой город, например, в будущем. Качка, ты куда дел тут? Отдал немцу. Он мой друг, он мой сосед. Не могу всадников пока строить. Жалко. Ну давайте монумент. Вышел союз, Алексей. Нет. Американец. Есть предложение для тебя. Американец, ты реально на зеленом, да? Ну да. Не завезло тебе. Пора уже мой уникальный... Так, я куда иду? Мое уникальное улучшение строить пора. Торговец. Центр коммерции, кампус. Надо амбар здесь пока сделать. Артём, давай мы как бы договоримся, Занзибар просто ничей союзник. А то мы так будем долго терять туда послов. Артём? Ту-ту-ту. Ну давай. Потому что я буду тоже посылать туда послов до тех пор, пока ты его сюзерен. Что, тогда да? Аманию уводим оттуда. Ну это как хочешь, ты потеряешь два посла тогда. Если ты уводишь Аманию, то я тоже уберу тогда. Меня только предупреди. Окей. Не, ну там в принципе у нас, я так понимаю, поскольку по... Ну у меня там... 5, видимо. Не-не, у нас того по 7. Ну, это 2, плюс 2 от Амани. А, ну, давай до 6 доведем тогда. А, я метал 8. О, я встретил Мунлайта, я его сразу обвиню. Не, осудю. Я осуждаю вот это стремление к доминации культурой. Культурой. Нет. Ну, зачем ты его ускорил? Мунлайт, Алексея. Мунлайт, у тебя есть еще микрофон выключен, если ты что-то нам говоришь? Карточку поставить на уменьшение стоимости апгрейда следующим ходом уже. Поехали всадников строить. Еее, 20 монет. Здорово. Ой, какая тяжелая колесница. А, еще. Угу. Так, ладно. Тогда монумент.
Или подождите, или этого Волцева. Так, здесь. Лёша, а ты оверлей как выводишь? Ты экран захватываешь или там его можно как-то отдельным окном вывести? В смысле, в Дискорде настройки оверлей? Ну, не, чтоб его ОБС-ка видел. Через... А я не ОБС-кой записываю. Через Streamlabs же есть виджет. Ну, то есть, как донаты там подключаются. Ага, я понял, спасибо. Так, где он меня тут встретил вообще? Так, надо бы, конечно, и в Золотой век потихоньку выходить, пытаться. Так, надо будет... Сколько ходов? 27. Блин, что-то я науки у всех дофига. Спарду назначу, потому что там нехватка жилья, довольства, всего. Ой. Коник. Вот это плохо. Он меня сейчас захватит. И разграбит лошадей. Так, карточка. О, сами Нидерланды объявляют войну Кумаси. Здорово. Да. Кончилась халява. Не выдержал наложение. Вдруг ты где? Ну, это лучший вариант, чем бы он забрал меня. Снова соединение у Кумаси для поселения. Так, всадники. Так, что мне тут надо? Три лучника, правительство с 3-6 ячейками, университеты, блин. Знаете, сколько юнитов? Надо образование открыть. Качечка. Да. Там дружба прилетала. Вообще. И улучшить в лучники. Раз. Два. О, Moonlight, ну это, знаешь что? Это уже война тогда. До последнего будет. Вон там пришел напасть. Да он меня тут рабочих начал захватывать. Это вообще... Он обиделся. Не выдержал давления. И решил убить всех. И Кумаси, и всех остальных. Кумаси он не убил, там 6 мечей. Слава богу, он меня не разграбил. До сих пор ускорили машиностроение.
Кстати, у Гарги 98 военная мощь. Вы там вообще что ли подпивались? Гарга улетает, вы подпиваете. Так сейчас поднастроим, ты не переживай. Все, верим, верим, помню, скорбим. Не, ребят, ну это, конечно, не дело вот так вот играть в развитие, сидеть. Вы видите, человек улетает по определенным параметрам. Вы, видимо, с ним заключаете дружбу, союз, типа... Типа, парень, давай вперед. Караванчики в него с плюс 2-2. Ну, кумасть-то опнулась. Да, 51. А у Голландии 42. Чего качает такое, а? Сейчас кумасть снесет от Роттердам. Я присоединился к клубу. Так, Франция в католической лиге была, да? Так, я подожду, я сюда переброшу этот караван. Игровая музыка осталась. Там, по-моему, даже титул у французского короля был самый... католический. Что-то типа... Прям, знаете, хочется китайца или... захватить. У него явно не будет чем отбиваться. Нет. Ты видел мою территорию? Два нижних города особенно хороши. Там под Ларошель. Они выполняют свое дело. 25 ходов, чтобы набрать... Я не вижу. Сколько? 13, 16 очков. Надо бы, конечно, какое-то чудо построить. Знаешь, вот первая неудача поставил Марсель на 9... на 10 пойм, плюс еще куча пойм в округе. Это я создам, лучников я создал, двух два университета создам. Дали лошадь, ну ладно. Там, две похуй. Бомбарды надо. И теперь вообще, короче. И уничтожить ее. Блин, надо в рыцаре все-таки выйти и... Давайте я выйду в рыцаре и апну рыцаря. Какая жизнь тяжелая. И попробую это. Я смотрю, вот как-то слабо. 87 это не показатель. Зато культура очень много. То есть у меня без единого кампуса 42, как у вас с кампусами. А, не один кампус. У меня один кампус. Как у вас с кампусами, так мало. Ты же сам говорил, кампусы для лохов. Так ты сначала строишь золото, а потом... Блин, Инвиктус, ты еще что, открытые границы дал голландцу? Он, наверное, с ним в союзе. То есть я к тебе пускаю караван, а ты ему отдаешь открытые границы. Защити караван, Инвиктус, защити караван всадником этим, колесницей. И мне открытые границы дай. Какие грязные войны. Инвиктус. Я тебе кину открытые границы, дай, пожалуйста. Чтобы я мог что-то там делать. Качечка, ты скоро в союз выйдешь? Да, 5 ходов. Хорошо, мне лошадей не разграбил, это очень важно.
Надо промышленную зону строить, наверное, в Пасаргадах. Вот тут, наверное, хорошо зайдет. Нет, блин, вот тут. Тут надо ставить. Город. Перебрасываем сюда караван. Давайте смотреть. Да, плюс 3 промышленная зона. Не просто. Тут продолжаем всадников клепать. Блин, мне бы этого всадника, конечно, рыцарем как-то убить. Это было бы очень-очень зеба. Так, два универа. Акведук. Оружейную надо построить. Пока всадников. Боже, тут такие еще территории, вон какая-то город-государство какой-то. Что Торонто хочет? Пикинеров. Молодец, тебе помочь, Кумаси? То есть, Артем, мы вроде договорились не созеренить Занзибар, и внезапно у тебя там уже 9 послов стало. Это ты так решил странно меня обмануть, да? Лёша, я не обманываю, я не знаю, они сами добавили столько, что... Добавили сразу, сверху два сразу... посла. На ровном месте сверху два посла добавил, само. Амани, подожди, как работает? Она прибавляет послов, да, или что? Не так, что? Убрать хотели. Так ты только сейчас туда села, что ли? Нет. Она как пока стоит, она дает послов, да, я так понимаю? Короче, да. Артём, ты убираешь оттуда Амани и... Не знаю. Давай, я убираю Амани. То есть мы договариваемся о том, что это... Я это до этого придумал. Ну, давай, да. Мунлайт решил оставить нас, потому что он воспылал. Тебя оставить решил в игре? Да, учишься, страдай. Мне приходится только соглашаться с ним.
Инвиктус, убери, пожалуйста, своего рыцаря теперь в Шанхай. Качка хитрец, втихаря засудил Кумаси и кайфует. Я же сказал, я построила подданную и денег еще на это взял, чтобы засузеренить Кумаси. Это хоть ее убить. Потому что у него больше культуры, он ее рано или поздно перебьет. Он тогда все побил войну, как перебьет. Ну, он сжег всех послов. Хитрец, я всем сказал, что я ее засузереню. Понимаю, в чем меня обвиняют. Сейчас я убью ее сам. Так, надо ли мне сейчас скидка? Я уже строился ее убить. Не надо. Давай. Наверное, больше не надо. Я в научные ГГшки закинул послов вместо 10 послов. В Кумасе было бы гораздо неприятнее. Плюс 2 золота возьмем. 2 к жилья. Вообще тоже можно на самом деле. Давайте. Рост. И здесь даже рост. И тут. Ну, тут, конечно, фиговатый город на данный момент. Да, я думаю, надо будет на Инвиктуса нападать. Он похуже будет. Я уверен, что он не готовится еще к... У него 306, но, скорее всего, рыцарей апнул. Хотя у Перикла, блин, я даже не знаю. Пока надо ни с кем союзы не заключать, вот и все. Два универа надо построить. У меня города с самым большим производством. А, так Спарда у меня. Как раз самый производственный. Блин, и что тут? 5 ходов строится универ? Во, блин. Ладно, тогда придется книгопечатание так открывать. Что-то не хочется рассказывать. 76 науки. А Плам прям говорил, что вообще безобидный котенок. Ну давай, убей рыцаря. Отлично. Очень важно было не только типа избавиться от голландца, ну и... Все, Инвиктус, спасибо за помощь. Избавились от злого голландца. Сколько у меня уже всадников? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я думаю, у Инвиктуса сила из-за того, что он апнул. А у меня сила из-за всадников. То есть, понимаете, когда у меня будет кавалерия.
Я хочу госслужбы как можно дольше не открывать. Кинул в рейд, чтобы быстрее все обрабатывалось. Давай, Алексей, выходи, будем делать с тобой союзик. Ну, я, видишь, я сначала торговую республику решил сходить. Сколько у меня вообще ходов? Ну как бы долговато, конечно, и тут бы в бомбарды тоже выйти. На самом-то деле. Я через два хода союз. Мне всадников надо. Будем откровенны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Их девять. Еще строю 10. 11. Ну давайте 12 и все. И буду строить универы. Я не понимаю. Артём убрал Амани, все равно у тебя 9 послов осталось в Занзибаре. Как так? Лёша, я реально не добавлял. У меня, знаешь, сколько лишних послов, сейчас скажу. У меня 6 послов, мне их некуда деть. Алексей, лучник убери. У меня там, кстати, 8 послов. Алексей, лучник убери, пожалуйста. Что-то Артём где-то не договаривает, мне кажется. Вот как она работает? Смотри. Она каждый раз по 2 дает или только когда сидит и один раз дает 2? Только когда сидит. Ну и каждый раз по 2, да? В смысле каждый раз по 2? Ну типа со временем там как-то... Нет, она просто типа дает 2 пока посла, сидит что? Амани в городе-государстве, у тебя там на 2 посла больше. Убираешь Амани, у тебя минус 2 посла. Нет, разве не так? Качечка, да, поправь нас. Так, все верно. Ну вот. Человек убрал Амани, у него все равно 9 послов осталось. Значит, он обманывает. Не 9, 8 у него осталось, 8. Может, он задание сделал?
это, есть задание на ГГшке сейчас висит? Ладно, я уже сейчас нету, да, значит, ты сделал задание какое-то. Мне надо уже науку. Могу скрин сделать. Это не надо. Там, вчера уже делали скрины, и парень пылал, что сдали Стокгольм. Что там с Кумаси? Я убью сейчас. Едут рыцари с атакой 48 на город, защитой 51. Я не знаю, получится. Мы прокачаемся. Можно же. Уже. И тут не будет проплыва сейчас. Может там бар? И куплю тут строительство. Мне нравится себе Цезарена, у меня хоть 40 культуры стало. Я вот против, чтобы вы его убивали уже. А, уже против, да? А кто кричал мне убейте Кумаси, я не понял. Ну, это было до того, как ну, я стал послушай, Цезарен. Ну, послушай, 43 культуры с Сюзереном Кумаси, это нормально. Но все равно ее надо убить. Давайте считаю. Теперь с Фантомом что-то делать. Давайте что-нибудь Фантома убьем, а то у него 123 культуры. Это надо Хатусу убивать. Хатусу и нам надо. Вот. Причем? Где вообще Хатуса? И они же и на. А, нету Хатуса. Прошу прощения. Жене. Нет, Женеву не надо убивать. Ты мой город. Женев? Нанмадол надо убивать. Да он рядом с Маси. Оставь меня в Вавилон, Фантом. Ну, тебя же... Что, Лёш, что, Лёш? У меня книжки напишу. Там же книжки у грека, он сейчас зря рашил эти свои, чтобы книжки забрать и Вавилон держать. Не, пусть пойдет, заберет Вавилон, у него там вообще рядом, можно даже себе оставить. Я как бы не против, хоть все ГГшки в игре забирайте. В ГГшке забирать это самый сок. Ну, нормально. Но они на самом деле расположены так коряво. Так, меняем содержание юнитов. Снизим. О, 106. Насколько снизилось сразу. А Инвиктус запретку строит. Убить Инвиктус. Мы с Алексеем будем дружить в этом игре. Ты его пригласил в запретный город? Я его к себе давно приглашаю, он не хочет ехать.
Так, ну должен, по идее, в золотой век выйти. 6 очков. Блин, надо какое-нибудь чудо построить. А никакое чудо я не могу построить, блин. Блин. Чё-то не очень. Перс с Нидерландами мощно наращивают. Это действительно Кумаси может упасть? Пока стоит фуловая. Ну, там подъехали эти. Кто-то фунты. Чего они так не удаёт? Ну, они ждали там чего-то. Придется мстить за смерть Кумаси. Мстя твоя будет страшна. С кем ты военный союз заключил, Амер? Тоже интересно. Блин, я... Дупла. Немец, какой ты хочешь союз? Китайцы, чё ты заключил союз с голландцем? А зачем ты с Мунлайтом заключил военный союз? Против кого? Чтобы был? Но нет. Если ты вдруг захочешь его вынести, тебе будет расплата за предательство, тебе прилетит. Вот смысл с ним заключать военный союз вместо того, чтобы убить его? Может, я пока не хочу его убивать. Виктус, а ты какой союз заключил с Мунлайтом? Научный будет. Давай с тобой экономический. Да я еще не вышел. Не, самая тема заключать культурный союз, потом карту 022 и потом уже торговлю. Но уже невозможно, конечно, вариант. Блин, ну мне как-то золото не надо. Я думаю, что лучше пока внутри своих городов продолжать строить. Не, да серьезно, ты не хочешь? Да пойду, я убью Вавилон. Да ладно, единственная моя научная ГГшка. А что делать? Ну, убей. Так приходи, Алексей, к нам, тут целый день. Я вот пытаюсь вас найти. Нет, ты можешь объявить войну воинцу и найдешь Женеву. И фантому можешь объявить войну. Да, кстати. Найдешь Стокгольм и Вавилон. Но это такой абуз, конечно. Ну а чё абуз, чё делать? Ну, я с фантомом торгую этими роскоши. Ладно, фантом, объявлю. Но ты не расстроишься, да? Да нет, конечно. С болью в сердце вынужден, да? Ох, сколько войн, сколько войн. А, ты еще и американца заодно убил, да? Так я заодно и американца, получается, нашел. Я его не видел. Ну вот. Удачное объявление войны. Если бы вот Америка, конечно, заключила. А я вот могу и обидеться. Ну все, иди выноси его. Жребий брошен. Знаю, стоит такой голландец посредине никого. Ну, посредине карты. И, не знаю, не хавает его никто. Более у него, он по науке отставал, на мушкетерах можно было его... Но все пошли наверх, все хотят индустриализации. Закон по культуре у него все нормально. Смотри там союзы.
А религиозный хочешь? Ну, ты вроде его кидал. Нет, я кидал культурный. Или научный, и вот я давай тоже такой. Я кидал культурный, но он почему-то мне прилетел. Качечка, а ты где? Южнее голландцы, южнее американцы. Закинь, закинь тогда заново, какой хочешь, один из двух. Восемь ходов. Вылазь. С мунлайтом не хочу. Замечательно. 9 ходов, осталось 4 очка, блин. Очка-то набрать. На этом пока все, продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!